eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Привет, народ! Ну что же, мы возвращаемся. Доброе утро. Если вы еще не проснулись, то просыпайтесь срочнее. Звоните всем своим друзьям, будите, не знаю, бабушек и так далее. И начинаем мы смотреть гранд-финал. У нас в студии есть уже первый гость. Если вы его не узнали, то пора бы узнавать. Он там есть в компендиуме на одной из страничек. И там даже все про него написано и так далее. Как дела? Ну так, нормально. Но, только рано вставать пришлось. Да ну ничего страшного, рано вставать это такое. Надо же привыкать к этим временным фигнюшечкам и так далее. Как вы вообще, вот вы, да, вы играете турниры, но вы следите за квалификацией на International? Вот кто-то из команды или все следите? Ну да, мы так смотрели, но не все. Мы больше ждем европейскую квалификацию. Вот там вот. За кого? За кого? За догов, конечно, за собак, вуфуф. А как же Virtus.pro? А как же Aware? Нет, а как же Relax? Aware Gaming не обсуждается. Это, но. Ну, мы топим с детства. Aware. Да, да, да. А. Ну, доги и роксы, то есть вот так мы... Aware. Dog Rocks. А если говорить, типа, о четверке, которая выйдет из группы в плей-офф, да, если две команды к ним добавишь? Ой. А ну, Маус и Рокс, в принципе, ставят... А, ну, Мимы все. Есть еще. Ну, Мимы вроде. Есть, Virtus.pro есть, Релакс есть, Мономаньяк. Вот, Мономаньяки. Все. Мономаньяки. Вот топ-4, да, есть. Dog Rocks, Мумы и Мономаньяк. Что так верту? Что все не верят в Virtus.pro? Дмитрий. Ладно, скажите им что-нибудь. Так, подождите, у нас мы договаривались с вами уже 12 дней подряд. Мы тут сидим. Так вот, подними, 12 дней подряд мы тут сидим, и мы 12 дней говорим про европейскую квалификацию, потом говорить. Хватит сейчас говорить про Virtus.pro. У нас сейчас гранд-финал Китая, и мы только что видели, как команда CIS прошла в этот гранд-финал. Black едет на International. Black едет, да. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, я думаю, он в качестве, как Андрюша сказал, в качестве туриста точно едет, а вот как игрока еще не ясно. Нет, ну подожди, он минимум сыграет 3 best of 1. Ну, минимум, да. Ну вот. Против MVP Феникс. Ну одна есть у него. А вторая против Liquid. Ну, там такое. И третья, скорее всего, там против Рокс или против Маус. Не, ну в третьей я им не верю, вторая так, 50 на 50, а первую, да, отожмут по-любому. Окей, то есть мы сейчас поговорили про второе место команды CIS перед гранд-финалом, они сейчас играют с LGD, ну а вообще про LGD что думаешь? LGD, ну они выиграют квалу на изичах, по-моему. Ну а вообще, ну как бы команду, ну сами организаторы, сами Valve считают, ну не топ-4 Китая. Ну, их может, не позвали, как и в прошлом году. Ну, может, они. Не, ну в прошлом году у них замена была, их отправили на квалу, и они выиграли ее там 12-0. В этот раз, я думаю, они нормально выступят. Ну, лучше, чем в прошлом году. Я думаю, они более готовы. Ну, посмотрим, смогут ли что-либо сделать. Там многие говорят, что Rabbit немножечко не то, Лин немного не доигрывает. Но это не Лоу из IG. Ну вот. Это не Лоу из IG. Ты, кстати, специалист по Лоу из IG. Лоу — это профессионал, где вообще доктор. Я про него каждую игру играл. Реально топовый тип. Вот. Но если сравнивать LGD и IG, кому бы ты отдал? LGD, конечно. Ну да ладно, что ж, короче, какой-то хейт IG пошел. Там мой друг играет, друг брат-борщ Чуань. Не, Чуань топовый тип, но Лоу... Лоу это забей. Там я видел у них на Госугеймере, что Чуань сел на кэрри, Лоу на суппорта. Ну там вообще полное поплаваю, так понял, началось. Они 2-0 кому-то проиграли и обратно. Ну походу там что-то ему сделали, что он получше начал играть. Но все равно. Лоу полный Лоу. Будут лан-финалы опять-таки в ВПЦ. Мы будем их комментировать где-то вот буквально на днях. Там и Альянс, и Cloud9 туда поехали в Шанхай. Они уже, кажется, даже поехали. Так что будет интересно, как там Лоу против Eternal Envy будет драться. А, в любом случае, быстренько, все четверо, пока начинается игра, потому что у нас уже идут пики, мы между матчами еще сюда будем врываться, рассказывать какие-то веселые истории и рассказывать,
что-то про Блэка. А прогнозы на матч. Best of 5. Какой счет, Дима? LGD 3-0. Арен? 3-1, думаю. Да ладно. Да мне что-то кажется, что LGD где-то там включат раков и поиграют одну карту по-любому. Они на лане, там полный зал народа. Там, ну, раков тоже не хочется включать. Пацаны едут на International, где... Мне тоже не хочется, чтобы где 6,5 миллионов долларов призовой фонд, как он будет напоминать все время во время игр китайской квалификации. Это вообще китайская квалификация. Тут нельзя включать раков, иначе тут лишняя катка 90 минут, и силы могут закончиться. А там Black, все дела. Энергетики тоже. И он уже едет на International в качестве основного игрока. Да, а LGD как туристы. Понимаешь, все может быть так. Все может быть. Да, Андрей, твой прогноз. 3-0. 3-0, без шансов. Да, вообще есть. За Блэка. Хотелось бы верить, но LGD. Да, фактически. Я как самый умный прогноз делать не буду. Ладно, буду. 3-1. Выиграет Блэк. Блэк? Блэк. Ну, надо верить. Меня просто только что... Меня только что просто в Твиттере закидали какашками, что мы после прошлого матча здесь сидели и Блэка поливали, что мы Блэка не любим. 3-1 Блэк, вот все. Оп, кредиты, шах и мат. Приплыли. Ладно, короткая рекламная перебивка. Первый матч гранд-финала комментировать, собственно, будет Версута и Лост. Мы же будем врываться сюда между матчами. Будем надеяться, что между тремя картами, а не между пятью картами по 96 минут. Удачи вам в комментировании. Если что, мы вам еды принесем. Вы не переживайте. Маленькая перебивка, начинаем смотреть гранд-финал. С Богом. Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Ну что ж, дорогие друзья, приветствую вас еще раз на гранд-финале китайской квалификации на The International 2014. Комментировать для вас будут Дмитрий и Арен. Версута и Light of Heaven. Ну и этот финал будет проходить по системе Bo5, Full Bo5. Со счета 0-0 будет начинаться у нас игра. Вот нам показывают сеточку, как команды добрались до друг друга. Ну, Dream Team немножечко, Dream Time, немножечко не потянули против ЦИС. И сейчас вот они за бортом, а ЦИС имеют возможность оказаться в качестве участников, а не в качестве тех, кто... будут проходить дальше квалификацию, и вот они составы команд. Что скажешь, Дмитрий? Ну, скажу то, что у нас LGD дошли до финала довольно-таки легко. Они обыграли фактически всех противников с огромным преимуществом, не считая пары катов, где они там на изичах слили. А вот у КИС была непростая дорога, и они проходили с борьбой, причем с очень тяжелым трудом, им вот дался выход в гранд-финал. И сейчас, если уж, ну, как минимум, если мы ожидаем увидеть, ну, то, что вот я оставил на LGD, мы ожидаем увидеть то, что LGD выиграет, но, как минимум, я хочу увидеть борьбу, потому что КИС сейчас так вот на кураже, когда, знаешь, вот уже не в который раз вот у нас бывает ситуация, то, что одна команда налегке выходит в гранд-финал, а вторая, идя ползирам может просто вот словить кураж и зажечь. Набрать обороты. Как Володя ПГГ, да, в свои лучшие годы. С одной стороны, вроде как ты устаешь от таких изнурительных игр, ну а с другой стороны, ты хотя бы уже подготовленным подходишь. И я думаю, такие команды, как китайские, они в принципе не должны уставать от одной Best of 3 серии, потому что они уже закаленные. У них там, по-моему, всегда все игры достаточно долгие, и турниры иногда там длятся чуть ли не весь день. Поэтому сейчас вот закалочка, если у ЦИС имеется, она может сыграть определяющую роль. Ну а по факту, конечно же, фаворитами в этой встрече являются LGD, и ЦИСам нужно потеть по максимуму, то есть играть на максимальном уровне, который они могут показать. Сент-Кинг, Лайфстиллер, Фурион и Виндрейнджер. Вот такой пик у ЦИС. Инвокер, Тренд, Рубик, Думбрингер у LGD Gaming. Давай, аналитику. Ну, расскажу немножко по банам. То есть вот первое, что мы видим, то, что LGD Gaming действительно уважает КИС, и они банят тех героев, с которыми они сильны. То есть мы уже видим в бане и Аппарата, и Нагу,
и Морфлинга. То есть, действительно, ребята, ну, отмечают то, что для них Кис это достойные соперники, и ни в коем случае не позволяют им играть в ту игру, которую они играли в прошлом. Поэтому нужно убирать. Тут у нас вот показывают винрейт Блэка на Наги. Видимо, один раз увидели. Они же как раз таки и выиграли у LGD Gaming ЦИСы вот при помощи этой Наги, где Морфлинг был 17-0 и проиграл против Наги, но это было очень обидно. Да, ни в коем случае не взять. Вот также у Морфа хороший винрейт, то есть 60%, ну, на данном турнире, учитывая, что у нас Кис бились, причем не на жизнь, а на смерть, то товарищи у нас довольно достойны. Вот почему-то нам показывают два винрейта, а именно вот на этой 50%, ну, тут уже слегка поменьше. Ну и по пику Кис пока пикнули довольно нестандартную комбинацию. У них Sun King на X, VR Furion. Это первое, что делает намек, это намек на активную доту, на то, что они будут бегать, прыгать, убивать, нападать. В такой манере Кис я еще казалось бы, да. Но что-то мне не очень казалось бы, команда, которая дошла до гранд-финала, играла Phantom Lancer, Морфлингами, она и будет придерживаться своего стиля. Но сейчас мы видим такую немножко другую нестандартную движуху. Ну и первое, что хочется отметить, это Найк старым пиком. Я вообще его на этом турнире не видел толком-то. И похоже, что это какая-то заготовка специально против LGD Gaming. Ну, вполне вероятно. Вообще, немножечко ЦИСы, они были изначально ультратерпильными в сегодняшней игре. Они во второй карте на 27-й минуте Блэк зашел. Блэк, собственно, персоной зашел на 27-й минуте на хайграунд к противнику и бил тауэр. Прикоснулся к нему, что уже говорит о каком-то прогрессе. А в третьей карте это произошло на 24-й минуте. То есть Блэк прогрессирует, и потихонечку он сейчас присоединяется. Сейчас он зайдет своим... на 20-й минуте, а потом пикнет пугну, как за SMG ворвется там вообще да, на 10-й. Ну, то есть мы можем вполне вероятно увидеть такой лютый прогресс за буквально несколько дней квалификации. Вот нам показывают винрейт Рэббита на инвокере 100%. То есть, ну, пока, конечно, всего одна каточка, но, судя по всему, та каточка была лютая. Ну и теперь мы наблюдаем то, что у Кис, вот у нас винрейт Яо на инвокера, он, конечно, немножко поменьше. Интересно, когда это он успел вообще столько раз нафидить на этом герое, потому что из, ну, большей части игры LGD он, наоборот, на нем божил. Там тот же второй International и так далее, он там своих противников дико мочил. Ну и сейчас мы видим пик. У Кис Гейм очень нестандартный пик. Первое, что мы видим, отсутствие какой-либо инициации. То есть вот под Найкса очень тяжело прыгнуть. Вообще как бы нет инфес-бомбы, бомбы адекватные взамен. То есть единственное, что у нас есть, это Sun King. Но Sun King это не инфес-бомба. Sun King это товарищ, который должен подождать, пока все войдут в замес, там прожмут свое БКБ, все это кончится, он врывается и всех убивает. Сейчас же мы видим, что у Кис Гейм такой, как-то нужно там, чтобы ВР-ка зашейклила, ворвался Найкс. Ну, в общем, пока в исполнении все... как-то все будет, ну, тяжеловато. Да, да, пока все довольно вяло. Тут ничего, видим винрайт вивера 25%, не так много, но здесь по пику. Ну да, здесь по пику на самом деле. А чем его тут цеплять? Ну, в принципе, будет хекс. Вообще, если игра затянется, то точно будет у Фуриона хекс, у ОД будет хекс, всякие шальные шейклшоты и бороу страйки. То есть, по сути, цеплять вроде как верочка есть. Первое, на что стоит обратить внимание, это лейнинг. То есть, сейчас у LGD Gaming вот связку. У LGD Gaming довольно простая связка. У тебя есть спереди Doom, есть Рубик, также у тебя есть инвокер, который способен в соло инициировать. И потом за все этой движухой врывается Трент, и вы на кулачную размениваетесь. У вас три ДПСера, у вас Doom, который бьет с руки под пассивкой, инвокер, который бьет с фрош-спиритами, и Вивер, который также накручивает. Вот. То есть, единственная задача, это, мягко говоря, Doom в Black, и все, и до конца. А у Kis Gaming такая ситуация нестандартная, то есть их задача сплит-пушировать, причем всю игру, там, Фурион, Sun King, вот эти ребята должны разводить пацанов, и только тогда, вот на этих разводах, они смогут кого-то убить. Ну, то есть пока потенциал вот 5 на 5 у этих ребят очень мал. Ну что ж, по игрокам, на Sun King будет играть Demons, Jun, Lifestealer, Black, OD, нам показывают Operation. 46 матчей было сыграно у Кис. Ну, да, они на Operation. Ну, то есть ты отметил правильно, что баны именно тех героев, которых следует банить. Айо, Виндрейнджер. И кого-то мы тут упустили. Фуриона, Inflame. Да, здесь мы глянем у LGD. У них Яо на инвокере, Лин на Вивере, ДД на Трин Протекторе, Тао Бао Рубик и Рэббит на Думе. Вот первое, что бросается в глаза, это лейнинг. Сейчас у Кис огромная слабость. Мы видим винрейт Кис на Драгон Найте. Но Драгон Найте у нас нет. В общем, слабость Кис — это слабая трипла. Найкс, Sun King вообще никакие против, допустим, пары ренджей, которые будут постоянно их харасить. И первое, что нужно сделать для Кис, это убежать. Убежать, причем настолько, насколько это возможно. Поскольку у них есть Фурион, который может спокойно 1 в 3 стоять, они вполне это могут делать.
И сейчас они не чекают. Они не чекают пространство. Они вот не видели Дума, потому что Вард стоит у нас снизу необычной точки. И они попадаются в ловушку. Вивер, ну, Вивер такую, такой лайн на пару с Рубиком и Трентом просто не будет прощать. Тут мы видим, что Санкинг у нас тоже купил сапог. Ну и Кис, они в очередной раз, вот мы недавно рассуждали, вот как выигрывается Кис. Кис пикает наглого кэрри, Кис пикает наглого саппорта, который ничего не делает на лейне, вот против таких героев. И в итоге они фармят линию, фармят лес, и еще какой-то там офлейнер, да, он мешает фармить тебе. А LGD это законтрили очень просто, они поставили на легкую Дума, Дум, который будет блестяще стоять себя, чувствовать против Фуриона, особенно если съест хорошего крипа. Тут у нас в центре выход на Деваура, смотри, как четко они делают. Выходит. Астрал он пока... Вот он потратил астрал, и можно сразу же нападать. Попытка убежать, телекинез, подтянули его поближе, и с руки просто-напросто разваливают. Это 100% ферстблад, вопрос, кому достанется. Инвокер. Да, пока у нас ферстблад остался для инвокера, сверху стоят три товарища против Вивера, и они понимают одну простую суть, что они даже втроем Виверу ничего не способны сделать. Вивер мало того, что стоит их напрягает, так он еще и при этом всю X-Flow получает. Ну и в итоге сейчас у нас ребята возвращаются на сложную, и здесь кисам будет очень тяжело, потому что даже ВР-ка очень слаба, у него мало армора, мало хитпоинтов, любой кулачный бой ей будет больно. Единственный шанс вот, выводить на разводах, там отвел крипов, пострелял, поубивал, ну и туда-сюда. Ну, тут тоже могут делать отводы. Да, тут и правда линия очень сложная. Так, ну-ка посмотрим, что там по начальным крипам. 3-2-1-0 у Думбрингера с Трентом. Ну, Дум с щиточком, пропитания у него достаточно, плюс он съел крипа, который дает армор, то есть у него на линии будет все замечательно. Да, у него на линии, я сказал, даже будет все очень шикарно. Единственное, вот, конечно, найти бы крипа на ДПС, чтобы можно было давить Фуриона на линии, а потом еще и уходить в лес там. Крипов, тут, да. Что примечательно, если Фура уйдет с линии, с этой аурой, он лайн спушит очень быстро. Так, саппорты да, подстряли немного. У нас тут бегает Вивер, начинают они гонять противника. Ну и единственное, наверное, что тут надо адекватно делать, это просто мешать пулить. Если кис не смогут толкать лайн вверх-вниз постоянно, то они не смогут ставить 3 в 3. И единственная задача это вот такие легкие разводики. Смотришь вот на этого лайфстилера с щиточком и смотришь на дэмэдж Трента и думаешь, окей, ну, спасет тебя. Да, дерево у нас не обламывается, телекинез. Поднимают Найкса, начинает его бить. Найкс уже использовал рейдж, Вивер юзает Сугучи, нужно подсейв, у нас подходит World Суки. Strike. Начинает фокусить Вивера, Вивера не бьет тавер, отлично, бежать, и он на Вивер убегает. Эх, а что ж его тавер-то, кстати, не бил, интересно, он, наверное, нажать не успел, ну, просто ну, шутучами. Ну, возможно, тут гонит Санкинга, у нас у Санкинга остается всего лишь 40 хп, и вот вам, пожалуйста, буквально легкая заварушка, причем заварушка была под тавером к кис, и Найкс уже у нас бегает без хп, Санкинг без хп, и Верка слегка просела. А у этих товарищей один Вивер, который уже полностью отхилил себя. Интересно то, что за паку Вивер... Где-то он, чё он купил три веточки, танго и фласку. Он, походу, кого-то пропулил в этой игре. Может быть, Трента на сапог. Ну, да, что... ну тут может быть просто еще крипов одну пачку водили в лес, я там видел что-то подобное было, плюс он еще бегает за героями противника, может быть из-за этого не особо получалось ластхитить. Mm-hmm. У него пока и левел только второй натикал. Тоже говорит о том, что у него как-то там где-то экспа пропадала. Да, ну и пока у нас происходит веселуха-движуха сверху, обратим внимание на мид. Блэк у нас отлично добивает крипов. То есть Деваур, вот одна из его фишек, то, что вот он будет стоять один на один, это то, что в один на один он уничтожает очень многих ребят. И сейчас он, ну, добивает действительно блестяще. Причем с каждой минуты его преимущество будет расти. Поэтому LGD, помимо того, что разобраться сверху, нужно будет еще активно приходить и помогать центру. Ну, у инвокера фейзы хотя бы появились, у него сейчас уже под сотню дамага плюс форш, тут уже ему чуть-чуть хотя бы попроще будет. Да, я вот представляю, что было бы не будет ферстблада, то там бы инвокер на самом деле был не так-то просто, потому что сейчас те фейзы ему ситуацию спасают, фактически сотка дэмэджа у нашего парня. Тумбрингер 14 на 2, Фура 13 на 5, но тут у них пока друг друга убить не могут, тупо крипятся, как-то мешают. Пытаются, во всяком случае, мешать Рубик под инвизом. Напрягает. Что там у лайфстиллера? У лайфстиллера все плохо. 8-3, фармить не может. Виверочек 11-1, при том, что Вивер буквально там 2-1 у него минуту назад было, а теперь уже крипстат наконец-таки начинает взлетать. А у лайфстиллера наоборот, все будет хуже и хуже. Да, у лайфстиллера все хуже и хуже, при этом есть один момент, то, что саппорты не берут ничего. Четвертая минута, Верка бегает второй левел, Санкинг бегает второй левел, и Санкинг, он сейчас думает, что ему делать. Стоять ли он на линии с Найксом и просто экспу воровать, который он, ну, отлично делает, или идти в свой лес и крипов стакать. То есть крипов он уже стакает, но
Также нужно этих крипов информировать. И вот он сейчас ищет вард. Он еще тут не нашел один. Сейчас будет дальше искать. Вот тут деревце стоит на страже порядка, будет его прогонять. И в итоге Сунгкинг даже цепляет лайфстилера. Свормы закинули, но под тавр бежать. Да, тут не хватает немного буквально дэмэджа, чтобы добить его. Да, и суть то, что вам не обязательно то, что вы убиваете, не убиваете этого Найкса. Главное то, что вы заставляете его использовать рейдж, когда он убегает. То есть, если лайфстиллер убегает под рейджом, то это уже, знаешь, так, за тавер заходит. Ну да, то есть, лайфстиллер пешком сейчас бежит на базу, потом обратно вернется со скролла. Если ему купят, то еще хотя бы как-то, но если он на свои деньги будет покупать, то экономика у него совсем подорвется жестко. И я не знаю, какой смысл... Так, рэббита снизу. Попинал неплохо Фурион на фейзах, ультимейт юзает, но там ботл прилетел, восстанавливается, Фурион зацепил его все-таки ультой, но не убил. Да, но Фурион на самом деле все очень хорошо, взял он фейзы, он этого Думу пробивает на самом деле аж под армором и под армором Трента, то есть под двумя арморами он этого героя пробивает, там плюс 10 у Дума, вот это да. Вот, да, продолжим дальше. То есть в Киз самое идеальное, вот первое, что мы видим на вариант, когда вот такая тяжелая ситуация у Найкса на легкой линии, это свапаться. На Икс, Сенкинг и ВРК нужно идти желательно вниз, чтобы гонять того же самого Дума, его убивать. Ну, на Икс хорошо это делает. А Фурион стоит сверху Змит, против тут троих. У нас Змит заход. Колдснэпы, телекинез, поближе подтянули и опять же разваливают тупо с руки. И дэмэджа, конечно же, хватает. Да. С лихвой. А Вивер сверху он стоит, и он дальше в тузу хлопит, потому что ребята действительно не могут подойти и сделать абсолютно ничего. И LGD у нас полностью перегрывает лейник. То есть, как мы видим, всего лишь пятая минута, но уже там 1000 экспы и 1000 голды, и это все растет. А у Фуриона проблема. У Фуриона огромная проблема, что когда вы играете вот 3-1-1 и вы проигрываете, он не может прилететь вверх, потому что, мягко говоря, тут, ну, все печально. Он не может прилететь центр, потому что Деваур, он, ну, не такой жесткий ассистер для убийства того же инвокера. То есть ему вообще лететь некуда, и сейчас он просто стоит и, ну, как бы в свое время он... Свой потенциал вообще никак да, не реализует. Да, не использует потенциал. То есть представь, что достаточно элементарная ситуация, где Фурион сверху, три снизу, стоит Дум, в любой момент может пролететь Фурион. И опять у нас в миде нападение, очень нагло играют ребята из LGD, Блэк прячет себя, подтянул за Сенкинг, Фурион прилетает с телепорта, тренд протектор, убегать тут, бежать просто, ай-яй-яй, ульта Фура все-таки его зацепила, Сенкинг под инвиз. Заперли инвокера, инвокер вообще не ощутил ультимейт, но с руки его добивает, и Рубик единственный, кто выживает из этой заварушки. Вот так вот, нашли да, способ. Здесь понаглели у нас ребята, зашли под тавер, наконец-то у нас Фурион нашел себе место на карте. То есть, казалось бы, счастье, да не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот, то, что напали на Блэка. Ну и теперь у нас потихонечку выравниваются графики. Смотришь на пикистов, и вот первое, что ты думаешь, знаешь, кому-то надо поймать вся Дум. Вот кому-то. Кто-то должен это будет делать обязательно. Да, потому что вот как бы ситуация все простая. Для LGD нужно дать Дум в Блэка. Просто даешь Дум в Блэка, и дальше там выходит Найкс в рейдже, Трент в него дает корни сразу, там его кайтит, все дела, но Дум способен убить всю команду. Тут у нас рывается на лайфстиллера, начинает его бить, лайфстиллер настолько пятый левел, он начинает драться, хотя нет, братишки, надо бежать, у нас гонится за ним Вивер, у Вивера есть Сугучи, догоняет они Джуна, и вот он, пожалуйста, Найкс. Иди Найкс, сюда, булочка. Найкс, ай, да ладно, выживет. Найкс на легкой линии нет. Просто умирает он в который раз, в такой ситуации, ты думаешь, лучше бы он в лес шел, потому что восьмая минута, у него даже нет фейзов, у него просто сапог, щиток и Blade of Attack со стиком. Ну да, всё. На такой минуте в лесу можно выфармить легко шестой, как минимум, и еще иметь там даже медосян какой-то и выше. То есть хоть что-то. Ну да, потому что сейчас у нас, мягко говоря, лайнинг кисов, он слишком сильно страдает. Видно, что если эти ребята не попадают в дефолтную ситуацию, где они фармят и противник фармит, то им очень тяжело. Снизу нападение. Ворвались у нас на Дума, начинают его гнать. У Дума нету топорика, это печально. Он тут его вяжет. Отлично. И вот сейчас ганг потенциал кисов, он отлично реализуется. Смотри, кисы право. Играют агрессивно. Они доту. Наконец-то вот начали делать. То есть то, о чем я и говорил. Они перестали вот фокусироваться на верхней линии, типа защищая этого Найкса, потому что, мягко говоря, они там вот стояли втроем, 3 минуты, нет, 4. И они вообще ничего не делали, просто Найкс стоял и терпал. Я не понял, зачем нам терпеть втроем, зачем нам что-то стоять и делать, когда можно просто выйти, побежать, уйти в центр, кого-то убить через, знаешь, вот Астрал и два стана с Фурионом. Можно пойти вниз убить через Спраут и стан, и второй стан. То есть можно реально бегать и творить движуху, потому что по-другому в этой игре вообще действовать нельзя. То есть кисам нужно двигаться. Двигаться, причем слишком сильно. В то время как для LGD нужно пока что фармить. Пока у нас у Дума нет Лотара или Блинка, а у Инвокера нету его 522 МС в инвизе, ну да, то их ганг-лайнап, откровенно говоря, слабоват.
Ну и вот теперь у нас только LGD перетягиваются. Перетягиваются они вверх, выходит у нас Дума. Дух, у нас такой необычный крип от Дума. Банша. Интересно, поменял совуху на Баншу. Банша с Frost Attack, да, необычное довольно-таки решение. Вот сейчас они начинают забирать товар. Они понимают то, что сейчас они сильнее Сенкин, без блинка вообще ничего не делает. Фурион, мягко говоря, слабоват, ну а Найкс, вот мы можем посмотреть очередной раз на Найкс, у него вообще тяжелые времена. Да, печаль полная. Так откуда взялась печаль? Сразу вспоминаешь. Вроде стоял на изи-лайне. Вроде и герои были рядом с ним, да, но как-то все это не пошло по итогу. Ну и LGD забрали у нас верхний тавер, они сделали свое дело, и теперь нужно дальше продолжать. То есть тренд у нас пришел вниз, начал получать себе опыт. Тут он может качнуть инвиз, и тогда ему будет стоять очень хорошо. Девауэр у нас делает тем временем Мидас, и Кисы ориентируются на бесконтактный бой вообще, чтобы ни в коем случае не встревать какие-то дела. Тут они втроем начинают фармить свой лес, и теперь выход от LGD. В такой ситуации обычно все, что надо сделать, это пропушить верхний лайн, дойти вот в этот лес, не позволять фармить этот лес, как сейчас это ребята делают, и потом ты выбираешь, куда бить. Ты бьешь либо центр, либо вверх, в зависимости от того, где противника меньше. То есть все на самом деле элементарно. Ну и герои, естественно, все это позволяют. Вивер у нас пока не уязвим в игре, вот что я хочу сказать. Он просто... Так, а что у него там по этим? МПТ Аквила, ну пока вот у него не супер шмоточки, но... Да, но он просто не уязвим за счет того, что он Вивер. Вот, то есть и все, что я могу сказать, потому что, ну, пока из пяти героев его очень тяжело забирать. Инфест-бомба! Как же это просто грозно звучит. Грозно звучит днем. На самом деле днем это очень тяжело исполнить. Нужно вот из леса поймать, пока у нас Вивер не будет видеть. Отличная позиция, нужно сейчас врываться. Спалили инфест-бомбу, спалил Вивер всю контору, бежит у нас Сен-Кинг, шакл-шот, нападает на Рубика, и у нас Рубика по итогу. Ну, должны, ну-ка, по идее, забрать. Да, забирает Рубин. Тут смотри, как больно в Эрке. У нас тут что, в Эрке чуть не умерла в это время, и теперь нужно бежать. Четыре героя убили одного Рубика. Это, на самом деле, не так много, потому что Фурион у нас теперь без маны, в Эрке у нас без ХП, и... Санстрайк! Отлично. Да, бежал так, как будто не знал, что вообще инвокер во вражеской команде. Я думал, он хотя бы будет мансить до поры и до времени, пока не уйдет из Вижена. Забыл, зато теперь вспомнил. Значит, ты как обычно, вот умрешь один раз, а, там же инвокер есть, ну все, теперь буду осторожен. Что-то он там делает. Ну и у нас перетяжка на низ, снизу у нас вот отличный сладкий тауэр, благодаря тому, что Рубик пожертвовал собой, он стянул всю команду, ребята у нас начинают бить низ, и вот что хорошо, у Дума есть тот самый крип с аурой на дэмэдж, теперь у нас LGD слишком сильные. Тренту просто 30 дамага на халяву. Да, прикинь, сколько это, 30, это почти половина Sacred Relict, дают одна эта аура. На 12 минуте. В итоге у нас приходит ВРК, она понимает, что она единственная, кто вообще может аутпушить, но... Трент, мне просто нравится этот чувак, уже люблю. Пошел ты к черту, Керри Дум, или пошел что-то ты, там. Да, Рэббит, нафиг. Я не слышал. Тавр. Хорош. Да, и такой небольшой затишье. Забрали у нас очередной тавр LGD, они дальше у нас вырываются по голде. По голде у них уже 3000. Единственное, за счет чего у нас вырывается кис, это по мидасам. И у кисов сейчас небольшая проблема. У них Сенкингу нужно фармить свой лес, и им Фуриону нужно фармить свой лес. Гангет пока нечем вообще. И это нужно срочно исправлять. То есть нам срочно нужен Найкс хоть с какими-то артами, который залезает в сын Кинга. И они идут создавать движуху. Потому что сейчас, пока вот они добивают свои артефакты, LGD дальше давят. LGD понимает, что пока герой копит 2000 на блин, этот герой бесполезен. Ну, в данном случае сын Кинг. И нужно просто идти давить. Также они понимают, что Лайфстиллер, который... Интересно, я, правда, не знаю, что Лайфстиллер собирает. Там, если бы армлет были барабаном, я бы уверен, что он себе что-то покупал. Но я не верю, что он сейчас купит Мидас. Если он сейчас купит Мидас, это будет очень жестко. Это будет, конечно, просто, да, минус инфест-бомба на ближайшие 15 минут. И в итоге LGD, вот что они делают. Они наконец делают правильно. Заходят в вражеский лес, выходит тут Дум, дает у нас Дум на Фуриона, больно Фуриону на X. Пытался задевать, ничего не вышло. Нужно прыгать в такси, Сенкинг подвози, Сенкинг подвозит, и уходит вся команда. Все замечательно. Пока все четко, то есть LGD просто молодцы. Так, а Лайфстиллер он... А, Сенкинг еще не доделал, ему чуть-чуть не хватает. Без блинка, и вот прикинь, какая сейчас подстава. На X сидит Сенкинге, он не хочет вылазить. Нет, он все-таки вылез, теперь инфест-бомбы нет еще 80 секунд. То есть на X, вот пик, второй пик на X, он вообще себя пока никак не окупает, да? Учитывая, что у тебя еще в пике жадный девауэр, которого нужно фармить, еще Сенкинг, которому нужно фармить, и пока... LGD... Это сказывается. Да, LGD доминирует, то есть если у LGD лайнап более понятен, да? Инвокер Вивер, Дум, который просто берет там ХП, идет вперед после Мидаса, и Рубик Стрэнд, который все кастует, им не нужно ничего, то здесь вообще нужно очень много артефактов. Я бы сказал даже, что слишком много. Каипи стайл. Я помню, впервые такое у них увидел, как фармится чужой лес. Этот фура.
Так, Сент Кинг все-таки доделывает свой дагер. Дофармил, прикупил. И видим Думбрингер 2800. Деньги свои пока не торопится тратить. Что он может купить? У него вариантов на самом деле вроде не так много. Там какой-то дагерочек, может быть, или он будет делать дэмэдж айтемы. Вроде вивер есть для этого. Посмотрим, пока 2900, никакие шмотки он не берет. Я даже предположить не могу. Ну, возможно, он будет. Сам на самом деле не мог предположить, что на 14-й минуте у него будет медас, фейзы и банки, еще 3000 сверху. Он реально думал, что ему делать сейчас. Ну и в такой ситуации ты первое, на что вот думаешь вот для команды, это вообще барабаны, Боже, потому что. Посмотри на Рубика. Ока. Что он своровал? Да, своровал на самом деле очень четко. Вот это прикол. Своровал очень четкий спел от Фуриона. Теперь он сможет просто, ну, также усиливать свой пуш под пассивкой Думбрингера. И при этом он сможет проводить разведку для своей команды. Потому что сейчас этих пеньков убивает, наверное, только Блэк адекватно. Остальные этих пеньков увидят и начнут бежать. Да, и на Фуриона криво будут смотреть. А, хороший эпицентр, казалось бы. Если Шейкл только свяжет, и он не связывает. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, и в итоге что мы видим? Сенкинг, который ворвался с ультимейта. Найкс, который дал свой проказ Вивера. И в итоге что? Вивер, как я и говорил, он неуязвим, потому что убить его просто нереально таким пиком, если вот, знаешь, если он не стоит прямо у дерева, если не влетает Фурион с Лотара, не влетает ультимейт на последнюю тычку, ему ничего да, не делать. Ну да, что-то там сверхъестественное, если не произойдет. И в итоге, пока у нас кисы потратили все свои ульты в одного Вивера, Вивер выжил, ребята нападают на центральный тавер. А им надо сплитпушить, они здесь ничего не делают. Тут дальше у нас, кстати, Лина, он с ними просто развлекается, он просто гонит одного и второго. Ребята не делают ничего. Что ты сделал? Что ты сделал, Рубик? Поменял тринтов на ульт ОД. Да, он поменял тринтов на ульт ОД, но я прошу заметить, что с большой вероятностью Рубику он еще так и нормально этим ультовым ульда заедет, потому что кому-то он ману досбернет, например. Кстати, да, вот это самое жесткое. То есть в эрке, у которой 4 активных коста, и очень скоро будет 5, но он просто оставит без маны с одного. Так, эфипса. А сколько у нее? 40 интеллекта. Ну, Рубику тогда надо чуть-чуть инты набрать, потому что у него интеллект. А, у него 41. Он просто сбернет ее со всего интеллекта, да, и все. И в эрку. Не, если интеллекта будет больше, он вообще ничего не сделает. Ну, Рубик-то у нас интеллектуал, как-никак. Но он на одну ману у него больше, пока и он, да. И он доминирует. А да. Теперь меньше на один интеллект. Да, и Doom. И Doom, что у нас покупает? Doom, понятно. Doom у нас решил, ну, не особо там заморачиваться, просто купил себе Blocking Bar, будет его нажимать и танковать. То есть, ну, делает на себя бойца сразу, показывая, что они собираются заканчивать эту игру слишком быстро. ПТ, Некрау, Инвокера появились. Экономика, как мы видим, растет стабильно. Вот уже почти десяточка по XP, нулевая отметка. Ну, по XP все так происходит, так как всего лишь 5-4 счет, 17 минут игры. И это очень много экшена, учитывая, какие были предыдущие игры. Они балуют нас. Да, мы видим, что... Прекратите. Мы видим, что LGD посмотрели прошлые игры, они поняли, что так играть они не хотят, и решили по-быстрому заканчивать. Ну и в итоге, подходят они на низ, подходит Верка в очередной раз, она старается одна что-то сделать, но здесь очень тяжело. Сын Кинг сидит непонятно зачем в кустах, когда видно, что кисы не собираются дефить этот тавер, и в итоге Сын Кинг тратит свое время. Он просто сидит и тратит свое время. Братан, ты не прыгнешь, ты ничего не сделаешь, пойди пофарми лес, пойди сделай хоть что-то, возьми 11 левел, но нет, он использует ультимейт, прыгает у нас Дума, отличный прыжок в Рэббита, нужно добивать, но у нас Рэббит использует БКБ, начинает убегать. Тут Джун, бьют у нас Джуна, Джуна очень больно, Джун у нас сразу падает, Дум у нас сложил на все, бежит дальше, и в итоге это минус Фурион, минус Найкс. Жизнью вот, побитый вот, Джун просто. Вот это инфест-бомба, я хочу сказать, это видел, врывается у нас Фурион с Найксом, суицидальный и Найкс, по-моему, сам не рад был, что... Это скорее не бомба, какая-то петардочка была, при этом еще с двумя... суицидерами. Да, ну у нас в итоге остался зачем-то здесь тренд протектор. Он... Но он уже, знаешь, после такого подумал, да там совсем какие-то ребята не очень, пойду-ка я немножко им пофижу. Ну, он не думал, что там поставят сентри, видать, из-за этого. Да, я просто даже если бы они не поставили сентри, ну даже если бы они не поставили сентри, что бы он сделал? Вот он сидит и... Да, какой у тебя план? Непонятно, на что он там. Может следить за ними, там, и ходить за ними по пятам. Ну, пока инвиз всего первого левела, поэтому ты особо долго не побегаешь. Поэтому и правда непонятно, что он хотел. На топе виверочек. Лайстиллер гоняет, что там у вивера появилось. Линка, нормально. 19-я минута. Парень на харде стоял. ПТ, Аквила. Ну, опять же, стоит отдать должное тому, что упало очень много товаров. Вивер, по сути, 100 крипов имеет, но если бы не вот эти товара, так быстро бы он себе нетворс не поднял.
Динкин сбили снизу, начинается у нас какая-то драка, зацепили Рубика, пауэршот, минус Рубик, попадает санстрайк по Фуриону, обработал неплохо, и вот он пришел сюда, Думбрингер доделывает начатое, один в один размен, и размен в пользу, опять же, LGD, Циссы не забрали тауэр, они его покорябали. Ну уже хоть что-то, я хочу сказать, да, то есть уже хоть что-то Кисс они делают. Слушай, ну знаешь, против Трента, этот тауэр, он точно... Нет, тавер-то я на самом деле... Про то, что Рубика убили? Про то, что хоть кого-то убили, да, потому что на самом деле ты когда смотришь на такой пик, и ты понимаешь, что про тавера ты сможешь забыть еще на ближайшие 30 минут. Почему? Потому что нечем их ломать. На X их ломает так себе, да, на X он вообще в офис-бомбе 3 драк он ждет момента. 1-2-0 Да, Деваур у нас вообще не бьет тавера, ну, толком, да, он как бы magic damage. Ну, ВР-ка, суппорт, ВР-ка, санкинг я вообще рассказывать не хочу, по-моему, только, по-моему, пинки Фуриона делают ДПС больше, чем половина его команды, то есть, ей-богу. На это смотришь и понимаю, что такая себе история. Ну и что? У нас LGD понимает, что нужно зайти на Рошана. Нужно просто спровоцировать противника, чтобы он вышел к тебе на драку. И у них это потихонечку получается. На месте Кисс вообще ни в коем случае нельзя идти, потому что пока ты смотришь вообще ну, вот на эти артефакты и понимаешь, что это самоубийство, но они идут. 12 тысяч золота на 20 минуте, 3000 XP. Они идут, но они не успевают. У нас падает Рошан, забирает Аигис, и ребята... Сейчас должна быть драка по всем... По всем законам логики, да, да. Кисс должны драться пойти. Ой-ой-ой, убил Некрача, посмотри на ВР-ку. Санстрайк ей. В кабину. Ходит с телепорта. Да, и теперь Киссам нужен какой-то план. Пока я не вижу точный вот расклад боя, вот именно для как успешен для них, да, разве что Санкингу нужно ворваться в пятерых, ну, и Деваура нужно ультануть в пятерых, и на Иксу нужно дать свой бурст, и чтобы не попасть там под фокус. И бурст, как это звучит. И как это сделать, хрен его знает, потому что, ну, действительно, всем героям нужен Тайтхантер. Вот Тайтхантера нет, и нечего делать. В итоге, все у нас смотрят, Фурион пошел вообще в спидпуш, он в туз лупил свой дефить свою базу. Санкинг. Копается King, Doom, и вот он тот самый Doom в Блэка, и все. И сделать ребята вообще ничего не могут. Но есть плюс, они забрали Рубика, у нас идет Найс, хочет он пугает, их пугает, говорит, я страшная обезьянка, врывается Санкинг, у нас бьет Думбрингера, но Санкинг развалило просто его в секунду. За одну секунду Дек у нас сражается под Думом вообще, он даже понимает, что ни в коем случае уходить нельзя позади бараки, и гонит. И Форж Спириты нужешь... И Флэш Спирит и гонит главного кэрри команды Кисс. Вы такое не каждый день увидите. Ну, на нашем канале, возможно, все. Все-таки канал для 18+. И у нас ребята забирают базу. Вот появился Некробук. И смешная история, да? Очень смешная история. Этот Некробук сильнее любого героя команды Киза. Они просто бегут и их гонят. Но еще смешнее то, что у нас ребята отступили. Я на самом деле думал, они... Покоронная фраза сейчас должна прозвучать. Про вот эти вот 6 миллионов там и так далее. Да, не, на самом деле, все, что я могу сказать... То есть, ну, как бы Кисс играет, ну, у меня, как скажем, да, они играют более-менее. Просто они первый раз, видимо, каждый раз, когда они сталкиваются с ситуацией, что они идут в легкую триплой, причем такой триплой, который не может стоять трипло, а против них приходят три героя, то такое ощущение, что они до сих пор не понимают, что против этого делать. То есть, как бы я могу, не знаю, гайд написать, что, ребят, надо бежать вообще сразу куда угодно, на легкую, в лес, там, не знаю, в центр, но нельзя так терпеть, нельзя главного кэрри команды, нельзя его оставлять на просто, на, как это назвать, блин, на судьбу, да, и чтобы да. Он там брал, этого то нельзя есть, делать. Это называется, они не умеют адаптироваться к игре, то есть к ситуации. У них то же самое было у Морфлинга, когда вот Блэк играл на Морфлинге, та же ситуация была. Они его просто кинули, и пусть он там живет как хочет. В итоге Морфлинг там на, по-моему, 5-й минуте 2 крипа имеет. Отлично. Ну да, то же самое здесь. В итоге что мы видим? Ребята зачем-то бегают за Вивером. Они до сих пор хотят его убить, но пока у вас нет Хикса, Вивер слегка, и он вообще вас переворачивал, я не знаю, переворачивал, убивал, еще раз переворачивал, потому что Фурион у нас бегает за виспом, Фурион мешает Деваору фармить, то есть мы вот видим, да? Вообще получается такая фишка странная, что фармить хочет Фурион, то есть если мы глянем на Netwars, у нас Фурион по фарму, ну, потихонечку чемпион, а у Гулю фарма нет. Почему? Потому что Фурион все забирает, и Инфест на Икс еще в FS-бомбе час времени проворачивает. В итоге смотрим на этого на Экса и понимаем, что его задача, наверное, в этой игре одна, это давать барабаны своей команде. Больше он толком и не делает ничего. И идет у нас крип. Крип под армором идет, танкует, кстати, прикольная фишечка. И начинает бить тауэр. Бьют тауэр, Кисс на это смотрит, понимает, что надо врываться, но как-то сыкотно, я бы сказал, потому что что-то все толстое, все жирное. У нас тут выходит Блэк, начинает убивать.
Кстати, фига себе, он замикрил. Он бил некровух и кинул себя в астрал. Врывается на Экс, врывается Гуля, начинает покарировать, но ее просто с руки забивает, игнорирует, понимает, ну ее в жопу, она сама умрет. Задинает удалось слайстера. И гонится деревцу, дает семечко, говорит Сын Кингу, иди сюда, Гуля выкупается и идет снова на драку. Идет бегите, она... бегите, он идет. Идет у нас Гуля, но понимает, что что-то здесь неладное, начинает они на дерево. Врывается на дерево, начинает его грызть. Посмотрим на драку главного кэрри против дерева. Все фокусят дерево, самый важный герой. И в это время у нас врывается Вивер. Вивер, таймлапс, Вивер уходит. Начинает бить, Фурион также минус. Начинает фокусить Деваура. Дево, Блэк-то раздает, Блэк нормально раздает. Но тут Шива, откуда не возьмись на 24-й минуте. И минус все. Просто минус все на равном месте. ГГВП, LGD, молодцы, красавцы. Ты посмотри, эпицентр и выбивает Аегис. LGD, красавцы. Ну, молодцы, браво. Да. Тут к нам приходит Виталий, довольный, я смотрю. Вот, вот они, ребята, которых во второй раз уже на квалификацию пускают. Они уже всем видно показывают Вальве, что зря вы это сделали, ребят. Айди, скинь, пожалуйста, экстринчику. Хорошо. Ну что ж, Вилат. Неожиданно, да? Очень неожиданно, скажу. Я думаю, все-таки прогноз бывает, твой 3-1 кис поведут. Проблема в том, что наши участники уже International Empire даже пообедать не успели. А тут уже все, тут уже есть 1-0. Что вообще происходит? Игру смотреть, ну, как-то... Я не знаю даже, что сказать. Вот серьезно, вот я сидел только что, думал, думаю, ладно, еще минутки три протянут. Думаю, что же сказать? Вот что тут можно сказать? Абсолютно в одну калитку игра. Без шансов. Ни на линиях, ни в центре. Короче, нигде. Просто без шансов. Почему они начали брать вот этих героев, которых они ни разу не брали? Найкса, Виндранер, Сент-Кинт. Что такое? Откуда вообще эта Виндранер взялась? Ну, типа, ни разу не играли с Виндранером. Я просто объясню, как бы Рубика забрали, и нужен был хоть один герой, который умеет нюк с рейнджа. Хоть одна защита, потому что если у тебя есть Деваур, Найкс, Фурион, противник на это смотрит, ноль нюков, ноль станов тоже немного. Они просто пойдут и убьют тебя. Mm-hmm. И нужна Верка, но, понимаешь, когда на тебя идет Дум, Тренд Протектор, вообще вся причем эта компания. Причем, когда он прыгает, да. Они реально ложили на Верку, потому что Верка, пока возьмет 7-й левел, там уже все товарал падает. Она вообще, подожди, она взяла 7-й левел? Не, она взяла 7-й левел, но она взяла 7-й левел, когда уже падал, по-моему, 5-й тауэр в игре. Да и пауэршот, господи, он один там не сделает. Да, один пауэршот, то есть вот когда у тебя есть, допустим, Верка... Когда там мека, да, понятное дело, что пауэршот уже ничего не сделает. Да, то есть, ну, вот такой пик, это наглость. Я повторю, что ребятам нужно учиться играть. Им нужно отыграть этот матчап, им нужно прийти на свою легкую, сыграть 30 раз вот этот вот матчап на X Sun King Верка, 30 раз умереть, и только тогда у них шарики начнут думать, потому что... Что не надо ставить такой лайнап вообще. Нет, что если вы таким лайнапом встали, ну, вы погибаете с каждой секунды. Начните вы двигаться, боже мой, это 6 миллионов долларов, я сижу, я просто у меня дрожь бросает. Как можно так играть? Как можно миллион раз приходить, умирать и не понимать, что нужно что-то другое делать? Что это такое? Обычно горит вот там, кто сидит. Здравствуйте. Пожарный, мы потеряем быстрее. Огнетушитель нам стоит. Где вам в конце концов? Я не знаю, кстати. Короче, шансы есть? Не, шансы есть, но шансы... Ну, что надо делать? Ну, первое, нужно пикнуть такую триплу, которая на 100% выживет. Котл, Фантом Лансер и Вич Доктор. Ну, хотя бы, да, хотя бы такой. Зачем пикать 2 мили? Зачем, скажи мне? Зачем Сын Кинг в игре, когда никто не танкует? Зачем Фура, который в игре, когда ничего не происходит? Зачем Фурион в игре, когда у тебя 2 кэрри, еще Сын Кинг, которому нужно нафармить свой блинк? Он не может спидпушить вообще. Он хочет полететь наверх, и он понимает, что он будет 4-м героем, который там умрет. Зачем ОД, когда заходит на хайграунд, убивает Некра и пытается себя спрятать? Никак не получится. Зачем модель с пиком, если у тебя уже кэрри Лайфстилер, кэрри Фурион, еще ВР какая-то страшная. Возьми любого адекватного нюкера-врыватора с Сенкингом. Возьми Пака, чтобы была МФС-бомба адекватная. Что это за мода Лайфстилер в Сенкинге? Не, что это за мода Лайфстилер? Прыгает Фуриона. Не, ну, зато бесплатный телепорт. Зато бесплатный телепорт, да. Они могли взять действительно штаман, они могли взять Пака. Если байбэк бы еще был, прилетаешь, короче, умираешь, байбэкаешься. Залазишь. Рефрешер надо еще купить, чтобы сразу прилететь обратно. Не, знаешь, теоретически, когда у Деваура было бы Хекс, у Фуриона Хекс, у Лайстиллер там тоже Башер и все дела, они бы были сильными, да. Но это теоретически, когда ты знаешь, в далеком будущем. Не, ну, понимаешь, ну, они сегодня сыграли уже 3 карты, и средняя продолжительность их игр была более 60 минут.
Так что у ребят, в принципе, может быть и был план, что вот мы на 61-й минуте выйдем, и мы этому Думу расскажем. Да, у меня такое ощущение, что ребята вообще ориентируют, умеют играть только после 20-й минуты. То есть до 20-й минуты вот они стоят 3-1. Ну вот с ДТ, ты видел, что происходило первых 20 минут? Да, они просто фармят. Ничего не происходило. Да, Блэк приходит на линию и фармит. Да. А видим, что делают LGD? Они просто приходят и бьют лицо. Вот то, что надо. Вот так играют умные дотеры. Они приходят и бьют лицо с первого левела. Дерево с темечкой и пошел иди сюда. Сеешь семена дружбы. Окей, то есть надо взять что-то активное сразу. Ну, вообще, вот взять, как вот я не знаю, как пикают импар. Вот почему мне нравится, почему импар взлетает? Они вот всегда... мы, кстати, мага сюда позовем. Да, наверное, да, да. Но мы бы позвали, но он, по идее, просто там да, бы не ожидал такого. Он в истерике обедает. Как пикают импар? Просто смотри, берут двух сильных саппортов, вот двух сильных саппортов, там Рубик плюс какой-нибудь любой вообще герой. Mm-hmm. И виза что угодно. Но они да, Рубик виза, да, что их любимый. И потом ласт пиком, если ты видишь, что к тебе на триплу не придут, то ты можешь пикать любого кэрри, как они пик-тру пикали вот в финале прошлого лана X1 Cup. Если там противник пикнул против тебя сильно, триплу, ладно, бикаешь луну. Приходит, а у тебя там три ренджа, луна под пассивкой, и ты убиваешь. А тут ребят вообще не заморачиваются по поводу стратегии. Мы пикаем, не знаю, вот Ластиллер Санкет, и все, просто первыми пиками ну вперед. Не, ну виндранеры, они типа пытались всех удивить, у нас типа виндранеры. Не, виндран, по-моему, единственный, кто там что-то делал. Остальные герои там просто ничего не делали, я хочу сказать так. Ну, короче, мы пришли к простому итогу, что ЦИС нужен это... Братрум. И убегать на такой лайне. Ты приходишь? Подожди, а какие еще гениальные советы? Есть просто... еще, да, что-нибудь. Баратрум это только кэрри баратрум? Или нет, смотри, баратрум? Ты приходишь на триплу, если ты понимаешь, что ты триплу не убиваешь, оставляешь соло Найкса, берешь с собой Сэн Кинга и просто бежишь вот куда угодно и убиваешь. С Братрумом это, по-моему, делается вообще на изично, ура. Как по-другому вообще? Без Братрума в такой дотке убивать. Я надеюсь, Блэк нас слышит. Блэку можно написать куда-то, я не знаю куда. Блэк Дота 2, у него твиттер. Можете ему писать Блэк, пикай Баратрума. Прямо сейчас, я не знаю, читает ли он твиттер. Вообще можно ли... А твиттер нельзя, по-моему, читать, ну, в Китае. Как, пикните нюк, пожалуйста. Посмотрите меня один. И возьмите нюки. Почему у вас в прошлой игре был Клокверк, Шейкер, Аппарат? И что там еще было? Не помню. Ну. И Драгон Кнайт. Почему у вас в прошлой игре на 5 героев было? Не знаю, там суммарно 1500 у ее прокаста на 7 левеле. А сейчас у вас... Пауэршот. При том, что их пушат. Потому что их пушат. Пауэршот. И решен вопрос. Не, ну нормально. Зато мы увидели виндранер. Да, зато мы увидели. У нее теперь винрейт 0. Теперь мы знаем, какой винрейт виндранер в китайских квалификациях. Ладно, веселье у нас заканчивается. У нас готова уже стартовать вторая игра. Короткая двухминутная пауза, и мы возвращаемся на вторую карту матча LGD против ЦИС. Ну и уже после следующего матча мы сюда точно приведем капитана команды Empire, Амага, и он нам расскажет, что он думает по поводу чудесного пика в первой игре, и я надеюсь, чудесного пика во второй игре. Не уходите, веселье только начинается. Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних 5 путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tifo.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV.